Шерри! Помоги мне, Клара! Монстры бегут за твоим кулоном. Брось его мне! Хорошая девочка. А теперь беги, Шерри. Для тебя. Иди и возьми. У меня есть то, что тебе нужно. Ну давай! Вот это то, что ты ищешь? Отлично. Пошли достанем эту штуку. Сосунок. Запущена программа самоуничтожения. Повторяю, запущена программа самоуничтожения. Остановка программы не предусмотрена. Всем сотрудникам направляться к аварийному транспорту на нижней платформе. Так, система самоуничтожения. Так, все бы хорошо, только... У нас нет этого ключа же. Шерри, где ты? Шерри! Где она? Специальный ключ нужен. Где его взять, я уже не помню. Что-то реально забыл. Придется бежать. Знаю, я была отвратительной матерью. Прости меня. Мам! Шерри, нам нужно идти. Ключ лежит. Все, идем, Шерри. Ну, Шерри. Че ты там уперлась в стенку? Так, готово. Применили ключ. Спускаемся в самый нижний уровень. Я схожу туда и постараюсь заставить эту штуку двигаться. Так. Идем сначала возьмем аптечки. Напалм возьмем. Сейчас будет битва. Еще ключи платформы здесь как раз. Птичка, да, пистолет не нужен. Птички. Здорово. Так, здесь пока ничего не включить. Штекеры. Красный, синий. Настал момент. Снова у нас тиран, уже мутировавший. Оп. Уже. Ах ты, козел. Вставай, да. О-о-о-о, размахался. Да чтоб тебя. Ник, попробуй это. Кто ты? Какая разница, кто? Экс, валим, валим и лови. Ты проиграл, крутой мэн. Открывать ворота. Так. Зомби. Отлично. Можно пошмалять и... Готовы. Сюда! Лайн! Лайн! Ложитесь! Ты в порядке? Да, все нормально. Все уже позади. Нет. Я должна найти своего брата. Верно. Это только начало. Мой Бог защищал тебя. Он всегда будет с тобой. Клара. Шерри. Что это было? Так, теперь нужно проверить, что это было. Внимание! Утечка биоотходов неизбежна. Включена аварийная система детонации. Повторяю, система детонации включена. Нет! Что с этой чертовой штукой? Я не знаю. Дверь не хочет открываться. К черту дверь. Все, друзья. Сейчас будем наслаждаться финальным роликом. Внимание, внимание, включена система самоуничтожения. Вагоны поезда будут взрываться по очереди. До взрыва осталось 58. Что? Лайон, останови поезд. Я не могу, дверь кабины управления закрыта. Что? Что это? Шерри, отойди. Только этого не хватало. Клара, где ты? А ты настырный, да? Шерри, что ты делаешь? Тебе нужно остановить поезд, верно? Я могу это сделать. Проголодался? Ну так попробуй съешь меня. Где же нужный переключатель? Может, этот? Шерри! Клара! Я так долго не продержусь. Нажми вон ту кнопку. Ясно. Наконец-то. Шерри, ты в порядке? Да. Где Лайон? Лайон! Я здесь. Слава богу, в порядке. Я думал, этот гад умер. Надо выбираться отсюда. Шевелись! Вперед! Еле успели. Веселенькое вышло дельце, да, Шерри? Ага, мелочи. Я такое раньше по телеку видела. Идем, надо отсюда уходить. А какие проблемы сейчас? За нами кто-то гонится? Ну, у нас еще много дел. Идем. Идем? Ты хочешь сказать? Крис, я обязана тебя найти. Ну что, друзья? Всех благодарю за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. В дальнейшем я выложу еще несколько дополнительных серий по Resident Evil 2. Это типа бонусных. Вот. Что на них увидите сами. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.